Уже на протяжении года участники Второй мировой войны получают дополнительную социальную поддержку от государства в размере 20 тысяч тенге ежемесячно. Вместе с тем, в преддверии 9 мая на лицевой счет каждого ветерана было перечислено по 2 миллиона тенге. Какие еще льготы предусмотрены для лиц, приравненных к участникам войны, труженикам тыла, а также социально уязвимым слоям населения, узнавала Гульдана Каленхазе. Начиная с октября прошлого года, сумма дополнительного перечисления на лицевой счет ветеранов Второй мировой войны возросла в два раза. Вместо 10 тысяч стало 20 тысяч тенге ежемесячно. Кроме того, в начале этого месяца всем 17 городским участникам боевого фронта было начислено по 2 миллиона тенге. Не остались без внимания и другие категории лиц. Это ветераны боевых действий на территории других государств, лица, приравненные к участникам войны, и труженики тыла. В общей сложности их по Актюбинской области проживает около 5000 человек. Приравненным к участникам войны мы выплачиваем в течение 7 месяцев отопительного сезона с октября по апрель месяц в размере 10 тысяч тенге. И на 9 мая мы платим в размере 100 тысяч тенге. Эти выплаты тоже были уже произведены. И труженикам тыла мы выплатили на 9 мая, выплатили 50 тысяч единовременная помощь, и ежемесячно выплачивается в отопительный сезон по 2500 тенге. Кроме того, внесены некоторые изменения и в правила оказания жилищной помощи социально уязвимым слоям населения. Согласно этому нововведению, государство оплачивает часть расходов на коммунальные услуги, кроме интернета, домофона и лифта. Это помощь на коммунальные услуги. Это отопление, холодная вода, горячая, холодная вода. Это ремонт дома, по которому проходили термомодернизацию дома. И те, кто арендует квартиры. Отметим, на сегодня 2536 семей получают по 2500 тенге на покрытие коммунальных услуг ежемесячно. Еще отдельно 130 горожанам в качестве социальной поддержки в совокупности выплачивается 25 тысяч тенге. Гульдана Халенкозе, Руслан Ельтаев, телеканал «Ахтубя».